Мы особенно гордимся, что этот человек инвестирует в Африку, инвестирует не только финансы, инвестирует не только материальные средства, но также весь пламень, жар своей души, потому что, применяя свои soft skills, навыки свои, приобретенные hard skills, свои, так сказать, таланты, свой профессионализм. И Smart City, который строится сейчас пока еще только в Танзании, но следующие страны также будут обрадованы такими масштабными глобальными проектами. Это очаровательная наша с вами, к счастью, соотечественница Светлана Людай. Давайте поприветствуем ее. Ambassador for Peace. Спасибо всем. Спасибо, Сергей, за представление. Да, наша компания, я со своими партнерами, мы создали уникальный концепт. Это развитие Smart Solar City в Африке. Мы начали проект в Танзании 3 года назад. И сейчас президент Занзибара приглашает нас в страну сделать копипейст этого же проекта. Поэтому я рада, что несу часть какой-то культуры, технологий, возможности улучшить мир в страны Африки. Благодарю всех.